В Чувашии готовится послание главы республики Государственному совету. Это основополагающий документ. В нем, как правило, дается оценка основных успехов и наиболее важных проблем. Формулируется программа работы правительства Госсовета, органов местного самоуправления на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, что хотят услышать жители Чувашии в этом документе. Чтобы побольше детских площадок было и как можно больше детских садов. Чтобы дети были заняты чем-то. А также много культурных центров. Мое пожелание, чтобы поменьше машины стояло под окнами во дворах. Потому что нечем дышать. Пенсионерам тем более. Больным людям. Вот на проспекте Ленина, например. Вот дворы все забитые. Машинами. Как заведут с утра, так и форточки не откроешь. Благополучие. Надо все-таки побольше рабочих мест, и чтобы те предприятия, которые сейчас уже, как сказать, плохо работают, сделать так, чтобы не было бы у нас безработных. И чтобы наладили сельское хозяйство. Да. Побольше бы наши промтрактора выпускали бы мини-трактора. И были бы они по такой цене, чтобы мог каждый купить или хотя бы там кредит, или как оформить. Вот это было бы большое дело и подспорье. И молодежь наша тогда бы больше держалась в деревнях. И что поля обрабатывали. Да. Проблема, которая касается особенно молодежи, это проблема с жильем. Очень трудно молодой семье сейчас купить собственное жилье. Проблема квартплаты сейчас у пенсионеров тем более.